Емеля понравилось. 2000. Пока мы не встречались с вами, Лариса смотрит эти канделябры. Подсвечники. Но они похожи на мои, кстати, вот эти, которые у меня. Ну, не подсвечник. Последние. Угу. Так, у Артура, смотрю, нашел стулья есть. По 5000 Румыния или ГДР, он точно не знает, но не утверждает. Так, это 6 стульев у него, полный комплект. Может 2-3 отдать. Мне 3 нужно. Ножки гнутые у них. В лучах солнца так красиво товар смотрится. Габриэль у него есть, но дорогой. Я вчера видел на этом, но я сегодня поеду, да, съезжу еще на музей Москвы, там за 500 рублей. Почти такой же, да. Привет. Да. Ну, сейчас подумаю я про стулья, подумаю. Ой, вот это интересная вещица. Под ну, что, не знаю. И пакетик вы найдете, да? Все, спасибо. Ну, я через часик, через ну, полтора, хорошо, да? Ага. А, что фиг? Это он из чего? Это сангри, это вино. Спасибо вам. А материал? Ну, что это? Стекло? Стекло. Наверное, крепко, если рога живы. А вот такие часы, кстати, Касли, сколько? Часы на 3000. Три. Угу. Что на кровать? Да, можно на кровать. Центр и по краям, если да, бывают, да, столбики. Да. Она такая тяжелая, увесистая, просто такая литье обалденная. Но цена тоже, да, где-то 1000-1200 долларов. Угу. Так, дедушки, я тоже довольно интересные вещи. Они такие увесистые, можно были. Ну, красивые, да. Да, они все из серебра. Если что-то по цене, то 200 рублей за грамм такая будет. Угу. Абсолютно. Вот есть пуговички там дальше, есть какие-то там, видишь? А, все везде птицы, да. Да, да, вот какую-то компанию интересную, не знаю. Потому что тут первый раз такие попались. Стоит набор, кстати. Кто да, хотел купить? Тут. А, дорожные часики попались у меня еще. Вот такие 19 век, Швейцария. Такой вот кошелечек. Ой, как красиво. В орнамент, по краям. На полном ходу 12 тысяч рублей. Угу. Да. Как лежит. Посмотреть, интересно. Вещь. Лапинг люди, зрители любят королевы, когда происходит лапинг. Не только зыринг. На полном ходу все как бы идеально. А заводится сзади, да? Ага. Угу. Цвет красивый такой прям. Хочется на зеленый бархатный стол поставить. Да, да. Так, ну что, кольцо покажешь? Да. Ваня, колечко интересное. Идем к Артуру проверять бриллианты, потому что у него есть прибор. Просто берем обычный какой-то, ну какое кольцо. Ну вот кольцо давайте, вот так вот, любое кольцо возьмем. Угу. Давай на солнце. На солнце выходи, чтобы она заиграла. Еще сюда. Вот оно, вот так теперь, да, шикарно. Шикарное колечко. И теперь подносим. Вот так близко надо подносить, да? Вот оно, все. А теперь сюда подносим. Не бриллианты. Тишина, да, молча. Это чистые бриллианты, 750 опроба золота. Не знаю, если кому-то интересно по цене, 6500 по нынешнему курсу. Угу. Долларов, конечно. Ну, конечно. Можно пробу показать, там очень отчетливо видно с внутренней стороны кольца. Угу. Не знаю, возможно, брендированная. Я посмотрел, там какие-то работы типа шапарда. Ну, нету как бы Mercury, как бы гравировки. Угу. Не знаю. Честно, угу, не знаю. Бриллиантовый день. Да, вот так и называется. Ой, какой он прям царский, нежный. Это подвеска? Да, это, может быть. Нет, это на значок. А, значок. Ага. Да, 15 тысяч рублей. В принципе, не сильно дорого. Угу. Как будто буковка М или что там, да? Кто его знает. Вензеля, очень красиво. Кася, кофе попить. Мороженое мы с ней съели. Тут лежат две посылочки от королев. Мы с Асей посмотреть
И вот что там нас ждало. Невероятной красоты рамка с моей бирюзой любимой. И здесь цвет бронза. Большая достаточно. Фото 10 на 15, а сама рама огромная. Ну, очень красивая. Спасибо большое, Татьяна. Прекрасная рама. Ух, какой подарок сегодня мне. Шик. Картины две стоят, рамы. С живописью. Ну, это печать, да? Печать. Печать. С подписью кто-то оформлял. Угу. Деревянные. Здесь встретила одну из королев и зрительниц, и плюс она еще и продавец. Говорит, Иван, подойдите ко мне, выберите, что вам нравится. Мне понравились вот эти солонка с перочницей, слоники два. Потому что, наверное, они в цветах белоснежные. Ирин, у меня сестру Ирина зовут, поэтому мне легко будет запомнить сейчас вас. Здравствуйте, всем подписчикам привет. Всем королевам. Всем королевам, да? Привет. Как вы выдерживаете в жару-то? Под зонтиком. Вот лед у меня. Есть, да? Ага. Вот что получается. Угу. От ледяной бутылки. Понятно. Но вы всегда на этом месте или меняете место? На этом пятачке. На этом пятачке, ага. Ну вот я у вас выбрал вот этих. Могу пожалуйста, взять, да? Вот таких шикарных. Мне будет приятно. Вот Ирина говорит, возьми, Иван, подарок. Поэтому беру. Вот прям шикарный. Вот это мое, вот, очень красивое. Я очень рада, что вам понравилось. Спасибо большое. У меня сегодня совсем другой немножко путь сложился. Непривычный. Другими путями иду. Потому что с Ларисой не один. Уже у Аси побывал обычно в конце. И тут я наоборот в начале к Асе зашел. Уже завершение. Очень жарко. Очень бедно. Мне их жалко, как они стоят тут. Так, в каком направлении тогда? Все-таки я туда сейчас забегу. И оттуда уже побегу начну. Чтобы по привычке было. Фух. Ася мне шашлыком накормила. Кофе я принес. Мне сестра уже звонит и говорит, Ваня, ходишь к Асе, купи кофе и сгущенку. Купил, принес. Мороженое с ней съели. Подарки она мне показала. Так, ладно. Да, расходятся уже люди. Вот свободненько все. Плюс музей Москвы. Многие продавцы пошли на музей Москвы работать. Шкатулка лебеди. 1000 рублей. Какая интересная. Как поцелуйчик. Нежная карамелька такая. Бурда журнала у меня тоже их что-то ископилось, а уже раньше они нужны были, сейчас, конечно, не нужны. То есть, когда начинал шить, постигал этот мир. Сейчас, конечно, они уже лежат просто грузом. И выкинуть жалко. И отдать, может быть, кому-то в ателье отдать бы. Это старый модерн. Здравствуйте. Сколько стоит? Ну, давай так вот. Не, 350 рублей. 350 рублей. Это до 30-го года. Там, 22-го. Угу. По 32-й год. Ну, в принципе, целая она вся, без сколов. Он существовал, вот это артельное, это самое. Модерн шикарный такой. Угу. Красивая, конечно. Прям старина. Какой она цена? Какая цена? Человек разговаривает по телефону. Какой медальон у него красивый. Сколько стоит? Чистый, это уже. 4500. Мальчик 1000. Бавария. Бавария, прорезной фарфор. Фу, жарко. Вокруг обежал, там ничего толком не увидел такого, там не снимал. Полосатик. Свиненок полосатик. Ничего там не нашел, поэтому бегу дальше. 600 рублей сумочка. Подобный, как у меня. Помните, плетеночки? Заберу под ту коллекцию. Внутри все чистенько, все хорошо. Скатерть.
2000. Сколько тут? 1.80 метра, наверное, на полтора. Коврик, икона Дева Мария Иисус Христос. 1.70 метра. Валентина здесь стоит, машинка с короной царская. 10 000. На подъемнике вот в таком и чехол. Там герб имеет что-то. Да, вот я вижу герб, и тут что-то вот печать. Хороший экземплярчик. Ух ты. 100 000, роспись такая. Угу. У Георгия здесь вот такой подсвечник стоит. Георгий, привет, будешь передавать? Да, обязательно. От голубей, от себя, да? Да, привет. Голубь. Привет всем, как вам говорится? Королева. Да. Они же у меня королевы. Да, да, да. И королям. Голубь, ты вернулся мой? Да, обязательно. Вернулся. Всем здоровья, любви и счастья. И хорошей погоды. Хорошей погоды. Хорошего, да, загара, да, кто отдыхает. Угу. Привет передаю жене, дочке. А как зовут? Жену? Кристина. Дочку зовут Кристина, да. А жену? Ну, они в Италии. В Италии? Ну, балдеют. Привет в Италию тогда. Да. Там, наверное, на море они. Угу. А сколько она стоит? Полторы тысячи. Нету этого задника, и там есть потертости, но дело в том, что это морж, она бы стоила... Морж? А, из моржа. Это старенькая вещь. Угу. Ну, это что-то самодельное. Полторашку я надо. Янтарные эти здесь, запонки. Ух, на ложечки в какую цену? Ложки дешевые, ложки по 100 рублей. По 100, ну что-то у них там есть какой-то этот... Что-то у них там написано. Интересные такие ложки, но они даже не легкие. Надо глянуть, может я ошибаюсь. Может. Да. Ладно, я побежал дальше, все, а ты гляди. Дальше. Из Германии от Галины пришла тарелочка, которую я вам еще не показывал. Так вот, там какие-то мотивы подобные. Но здесь, смотрю, ничего не написано на оборотной стороне. А так бы они туда, конечно, вписались-то хорошо. В какую цену они? Продавцов нету. Продавцы в ауте от жары. Ах, вот часики такие. Вместе с канделябрами. Цвет бронзы какой красивый прям. Такой невероятный. Рыжина какая-то присутствует. А рыцарь оккупированный, или как это, господи? Всеми этими оружием. Как это называется? Короче, не помню. Коровья торбочка. И стеленка, наверное. Вот такой интересный кожаный меховой. Здесь знакомый, у которого я часто чего-нибудь приобретал. Вот это очень понравилось. Кабачок это или баклажан? Кабачок, да? Очень красивая вещь, атмосферная, старая. Сколько стоит, что знаю. Вот эти две тарелочки подвесные. Единственное, что их кто-то проклеил тканью зачем-то такой дурацкой. Ну, в данном случае дурацкая. Если бы она отдельно сама по себе была, а то еще ничего. А тут она уже была совсем не кстати. Вот этот молочничек. Очень привлекательный. Что-то подобное мы с вами уже встречали совсем недавно. С рисунком вот таким. И цветовая гамма такая цветовая. Но вот уже не помню. В памяти стерлась. Это что-то с мордами. Типа львиными. Угу. Но вот у них бывает, иногда встречаются предметы интересные. Вот у этих товарищей. Чайничек. Так, ну вот это мне понравилось. Штука. Сейчас узнаю, дождусь. Что-то их нету здесь, но я дождусь. Пепельница. Германия. В стиле Лимош, или может быть Лимош и есть. Что это? Made in? А, Япония. Ой, какие миленькие. Маленькие здесь, и к ним есть большая. Ага. Вот такой кувшин. Рыбка здесь и рыбка наверху, видите?
И на кувшинах рыбки. Зеленый вот такой цвет. Мрачновато немножко. Сейчас узнаю цену это. Здесь у него вот такие предметы. Тотемы, да, какие-то? Телец. Я телец, кстати, в апреле рожден. Дулевский. Кружечки с молочником. Здесь, кстати, рации. Это как называется? Станция, да? С рациями. Ну, кстати, вот так вот. Не знаю, если рабочий вот так вот снимать клипы или кино. Хорошая находка вот такая, между прочим. Надо все брать про запас. Вот в моем случае особенно. Вот здесь клип тоже нужно снимать на моей песне, которые пишутся. И скоро все равно будут съемки. А так вот свое, это очень, конечно, удобно, комфортно там, допустим. Так, главный герой, что ему там, визаж делают. Заканчиваем визаж, ждем героя на площадке и так далее. Нужная вещь, в общем. Но все не укупишь. Инвесторы нужны. А здесь часики, но, к сожалению, сломаны. Отломана голова, отломана рука. Видимо, при доставке. Наверное, это не металл, силумин. Но все запчасти здесь можно склеить. Цену не знаю, смотрится красиво. Плоские, кстати. Бывают такие плоские, как их? Плоские не столики, а консоли. И кукла тоже, видите, прям старенькая в таком даже паричке. Ух ты, какое у нее соединение. Да, интересная вещица. Голливудская укладка, одним словом.